Незаконный, но легкий улов. В Одесской области, неподалеку от села Курортная, морские пограничники выследили двух мужчин, промышляющих незаконным выловом рыбы в Будакском лимане. Как выяснилось, жители Белгороднестровского района на маломерной лодке ловили рыбу сетями, которые являются запрещенными. Рыбаки не побрезговали и креветкой в период нереста. Рыбоохранный патруль застал нарушителей с поличным, изъяли у браконьеров лодку и двигатель, 5 сетей, 40 килограммов улова, бычков, камбалы глосса, атерины и креветок. За несколько дней незаконной промышленности мужчины нанесли ущерб рыбному хозяйству Украины на 77 тысяч гривен. Еще один случай браконьерства зафиксирован в Джарылгачском заливе Черного моря. Инспекторы рыбоохраны обнаружили скрытые незаконные орудия лова. Два перемета по 25 крючков каждый и 95 краболовок. Загон морской охраны удалось спасти более 700 крабов и 50 бычков. Вопрос об избрании меры пресечения пока все еще открыт.